разложить по полочкам каждое обращение. Такую задачу ставят перед собой чиновники. В 20-ю школу Пензы на встречу с горожанами приехала целая делегация. При вопросе представляться и говорить место жительства. Я хочу сказать, что весь наш диалог будет построен в форме личных обращений. Ремонт дорог и мостов, реконструкция канализационного коллектора, работа общественного транспорта, благоустройство. У пензенцев накопилось много вопросов. Я обращаюсь с большой просьбой, и я хочу, чтобы изыскали возможность строительства на территории 20-й школы площадки для младших школьников, которые посещают, в частности, группу продленного дня. Из 64 школ обустроили спортивные площадки в 8. И сейчас продолжить обустраивать 20-ю школу, а остальным школам как? Ну вот просто приходится равномерно как-то распределять эти возможности по всем учебным учреждениям. Мэру отвечать на вопросы помогают начальники разных городских управлений, их заместители, представители ресурсоснабжающих организаций. Необходимо восстановить проезд по улице Кустодиева в одном квартале от улицы Крамского до улицы Айвазовского. Нам все лето обещали, что будет произведено какой-то небольшой ремонт. В августе месяце мы получили письмо, что денег в бюджете нет. Если бы мы были свободны, чтобы люди могли этим заняться, сейчас они вот работают в заре. То есть у нас большой комплекс работы в этом году в заре, который мы, я думаю, на этой неделе уже закончим. И мы уже тогда на следующей неделе будем смотреть по возможности, по нашим мероприятиям, которые мы людям тоже пообещали. Да, я думаю, мы это должны успеть сделать. Выездные встречи с жителями города глава Пензы стал проводить этой осенью. Мэр перед Терновкой уже побывал в Арбекове. Продолжение следует.